Он прямо за поворотом. Марш! Ладно, не отставай. Смотри-ка. У него на руке символ цикад. А что, если мы придем, а их всех убили? Всех не убьют. Но откуда ты знаешь? Просто знаю. Слушай, не волнуйся. Ладно. Вот увидишь. Перелезаем. Надо же. Финишная прямая. Предупреждаю сразу, я не умею плавать. Кажется, тут справа не глубоко. Иди за мной. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ты это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят, но я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. Нет! Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта, может быть, у них блок-карта или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Сколько нужно! Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла. Ну почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! Не трогай меня. Вот черт. Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Весело, правда? Дай сюда руку. Вот, сам посмотри. Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Ну иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи. Пошел вон. Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Мы знаем, вы здесь. Про
бросайте оружие и выходите с поднятыми руками! Что за нафиг? Ты понимаешь, что мы творим? Стой. Мы ее просто бросили. Хватит! Не отставай, надо уходить. Мамочки. Пошли наверх. Может, там есть выход. Надо идти дальше. Цель нейтрализована. Она подстрелила двоих моих ребят. Господи. Вас понял? Тесс! Ты ломаешь дверь, ты идешь со мной. Есть, сэр! Они вот-вот ворвутся. Вижу. Проверим коридор. Слышь, посмотри, что там. Выходи, бродяга. Что нам делать? Джоэл, как отсюда выбраться? Так, для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. Прием! А теперь летим!
Быть на местах! Где ты, черт возьми? Джоэл, вот выход. Вижу. Пронесло. Смотри, там лестница. Пригнись. Там солдат ходит. Понял. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепление. Вас понял. Держу пальцы. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Заметил? Нет, здесь никого. Я не видел. Прочешите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись. Где ты, сволочь? Пронесло. Что-нибудь придумаем. Элли? Нормально. Смотри-ка, еще работает. Там лестница. Может пригодиться. Залезай. Чего? Элли. Ладно, ладно. Осторожней. Спокойно.
выдержу. Так, а теперь скорее отсюда. Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. То-то. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Нам туда. Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты! Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно.